Здравствуйте! Сегодня хочу вам показать нижнее белье фирмы Триумф. Стоимость за одну единицу 525 рублей. В мешке 25 штук. Здесь будут и бюстгальтера, и трусики, также будет немного утяжек. Начинаем. Вот такие трусики, хлопок. 38 размер. Бюстгальтер. Получается объем 80 и чашечка С. Вот утяжка. Размер СК. Бюстгальтер. Получается 90 обхват спины и Б. Это чашечка. С небольшим пушап, бюстгальтер, 75 объем и С чашечка. Стринги, 42 размер. Здесь еще встречаются комплекты, вот такие стринги бесшовные. У них размер 42 и к ним бюстгальтер. Размер у него размер 85, чашка С. Еще один комплект, к нему трусики, 40 размер и бюстгальтер. У него размер 80 и чашка Б. Бюстгальтер, так, 80 объем и чашка Б. Здесь получается 70 объем, чашка С, с пушап. Васильковый цвет, 85 и чашка Б. Есть еще комплект, 75 и чашка С. К нему трусики и 38 размер. Хлопковый бюстгальтер с пушап, 75 объем спинки и Б чашка. Такой яркий, красивый бюстгальтер. 80 объем и Б чашка. Он идет с пушап, его можно, получается, уменьшить. Отсюда достав поролон. Еще есть один комплект с такими легкими кружевными трусиками 36 размера и к ним бюстгальтер. Спинка 90 и объем А. Еще вот такой бюстгальтер, это 80 спинка и С чашечка. Есть такие трусики, 42 размер. Утяжка. Получается 90 размер и Д. Объем чашечки. Есть вот такой комплект. Так, он идет размер Элька. К нему такие трусики. У трусиков размер Элька. Вернее, М, прошу прощения. Так, что еще у нас есть? Еще одна утяжка, размер S, с шортиками. Так, и по-моему все. Мы с вами смотрели нижнее белье Триумф Германия. Стоимость за одну штучку это 525 рублей, в мешке 25 штук. Спасибо за внимание.